Всем привет, девочки, мальчики. Все у меня готово. Рыбка приготовилась. В духовочке запеклись карасики. Вот такие, видите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вкусняцкие. Вот такие запеченные. Под пергаментом они были. Петя, поставь тарелочку себе поближе. Карасиков я уж не буду, конечно, есть. Мне хватит сырка. А сырок вот такой. Ем я руками. Девочки, мальчики, я не знаю, как вы едите, но я рыбу ем всегда руками. Всегда грызу. Я уже одного сырка съела. Очень вкусно. Ну, очень просто. Знаете, даже косточек нету. Первый раз я его купила и готовила в сметанном соусе. С луком там, в общем, совсем. Мне очень понравился. А сейчас очистила, посолила. Он просолился у меня. Немножко обваляла в муке и зажарила. Знаете, у него даже косточки вот. По хребту нету косточек. Хрустит все. Объедение. У нас эта рыбка стоит 360 рублей. Карась 150, а сырок 360. Ну, очень вкусно. 4 штучки мы купили. Очень вкусно. Вот так вот. Покупайте такую рыбку. Ну, еще у меня, конечно, салатик вот такой. Капустка, чесночок и горошек зеленый. Все. Ложка майонеза. Очень вкусно. Всем приятного аппетита и пока-пока.